Привет-привет! Очередная посылочка, очередное видео. Вот такая посылка куплена на распродаже. Покупались серебряные цепочки на руку. Я купил ради прикола, ради интереса для своих видео. Прилетело довольно быстро, за 15 дней. Вот такой давали номер слежения на специальном сайте. По нас по Украине она не трекалась, но пришла довольно быстро, слава богу. Давайте проверим, что положил продавец. Посылка очень-очень легкая, вообще как пух. Даже не знаю, как ее резануть, чтобы не повредить содержимое. Хоп. Все, пусто. Вот такие вот цепочки. Вот такие вот интересные. Наверное, фуфел. Ну, стоит маркировка типа 925-я проба. Может, рядом с ней лежала. Но выглядит цепочка довольно красиво. Смотрится на руке. Это женская, поэтому не буду на свою даже мерить. Вот такая вот одна. И вот такая вот вторая. Очень подойдет на подарок. Длина данного изделия. Сейчас я замеряю, кому интересно. Длина данной цепочки. Так, ребята, извините, не видно. Сейчас покажу вот так. Длина 20-21,5. Короче, до 21 не дотягивает. Вот так. Сейчас поставлю на паузу и покажу вам поближе плетение. Вот так она выглядит. Такая фигнюшка типа проба нарисована. И вот так выглядит сама цепочка. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.